Открытие навигации всегда большой праздник для речников. Чтобы дать старт новому сезону пассажирских и грузовых перевозок, на территории Хабаровского рыбфлота собрались представители судоходных компаний, городской администрации и студенты колледжа водного транспорта. Лучшим работникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарности. В Хабаровском колледже водного транспорта ежегодно выпускается более 250 судовых машинистов, рулевых мотористов, штурманов и помощников механика. Все они гарантированно находят работу на реке. Сегодня работаем не только со вчерашними школьниками. Сегодня колледж работает по 12 программам, утвержденным морречь-флотом для взрослых, для уже действующих сотрудников, работающих на реке и желающих повысить квалификацию или пройти переподготовку. Навигация на Амуре в этом году началась раньше запланированного срока. Теплоходы «Москва» отвезли первых дачников на левобережье в субботу, 27 апреля. Но перед этим речники провели разведку боем, проверили безопасность пассажирских маршрутов. Мы организовали технический рейс. На борту теплохода находились все капитаны. Мы прошли по всем возможным остановочным пунктам, обеспечили таким образом ознакомление с гидрологической ситуацией для наших капитанов. Из-за беснежной зимы уровень Амура пока экстремально низкий – минус 167 сантиметров. И это мешает выполнять пассажирские перевозки в полном объеме. Мы не смогли обеспечить заход судов в реки Тунгусской Кур и в проток Осиново, это остров Кабельный. На переходе от Владимировки до захода в проток Осиново у нас даже было касание грунта. Да, мы там в связи с экстремально низким уровнем воды обнажились отмели, косы песчаные. Поэтому ситуация достаточно сложная. В этом году компания, выигравшая конкурс, должна перевести примерно 140 тысяч пассажиров. В приоритете – безопасность дачников. Поэтому к некоторым остановкам речные трамвайчики пока не подходят. Ситуация должна измениться в третьей декаде мая с повышением уровня реки. И тогда теплоходы типа «Москва» будут причаливать ко всем 18 остановочным пунктам. Наталья Чернышова и Дмитрий Папуша. Смотри, Хабаровск.